Кем ты был? Номер обслуживания. Короче, минометчик. Минометчика 120 миллиметров. Что вы делали? Мы выезжали на позицию, в поле, раскладывали. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina ditangkap usai menembak pemukiman warga. Sosok prajurit tersebut terekam kamera dan videonya diunggah di media sosial Facebook Indonesia's Russia Cyber Force pada Minggu 3 April 2022. Dalam video tersebut, wajah dari prajurit yang tak disebutkan identitasnya ini nampak lesuh dan lemas. Diketahui prajurit tersebut dibawa pengaruh obat-obatan alias mengonsumsi narkoba. Ia juga terlihat babak belur seperti habis dipukuli. Disebutkan pada keterangan unggahan, ia ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan usai menembaki pemukiman warga di Mariupol. Ia mengaku tak sadarkan diri saat mengarahkan tembakannya pada pemukiman warga. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan hanya menjalankan perintah untuk tetap berperang. Кем ты был? Номер обслуживания. Короче, минометчик. Минометчика 120 миллиметров. Что вы делали? Мы выезжали на позицию, в поле, раскладывали 120 миномет. Что делали? И стреляли по координатам, какие нам назначил СОП. По координатам в сторону чего? По координатам, которые нам назначил СОП. Ну, направлены минометы куда были? Минометы были направлены в сторону города Мариуполя. А, ты понимал, что вы стреляли по жителям Мариуполя? Понимал, но я был на наркотиках. А? Понимал, но был на наркотиках. Ну а ты в реальности понимал, что там люди, что там дети, что с этого с поселка за ним, там рядом находится Павлов, Орлова, Внуково, что ты стрелял по людям, которые были на подконтрольной вам территории, ты это понимаешь? Да. Тебе похуй было? Нет. А нахуя ты стрелял? Потому что приказ нужно было выполнять. Кто приказ отдавал? СОП. А? СОП. Кто? СОП. Старший офицер батареи.